Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы вместе уже 20 лет. А вчера на праздновании дня рождения Максима Галкина, на котором собрался почти весь российский шоу-бизнес, пара доказала, что в их отношениях все еще есть страсть. Видео с праздника появилось на одной из фан-страниц пары в Инстаграм. В конце праздника вынесли праздничный торт. И первый кусочек, конечно же, достался имениннику. Максим Галкин, угощаясь тортом, услышал из зала «Горько» и поцеловал стоящую рядом супругу. Напомню, что Пугачева и Галкин познакомились еще в 2001 году на фестивале «Славянский базар». Тогда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Но вскоре они развелись, и сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист. Сейчас же Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек – Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. А у меня на этом все. Услышимся.